Организаторами конкурса выступили некоммерческое партнерство «Электронный арбитраж» и ООО «Образовательные стандарты». Свои работы представили около 200 образовательных учреждений со всей страны. Победители определили в 8 номинациях. Сайт Анапского центра творчества был признан самым простым и удобным для использования. У него единственное меню, пролистав которое, можно узнать, в каких студиях есть вакантные места, расписание занятий, различные документы, регламентирующие работу. Практически вся информация от первого лица, сканы документов с печатями. Учреждения говорят, что родители приходят уже с готовым решением и не задают дополнительных вопросов. Когда ты вкладываешь душу в этот сайт, да, можно сказать, то, конечно, очень обрадовалась, когда именно завоевали. Не просто мы приняли участие, да, нам дали за участие, а именно мы стали победителями, то есть мы заняли первое место. Это, знаете, такое вдохновление прям и охота как-то вот творить. Мне это дало такой, знаете, вот толчок просто что-то дальше вот продвигать, что-то дальше делать.